Александр Григорьевич. Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе белорусского народа, ну я тогда не знаю, как уже выборы проводить, по каким стандартам и по каким законам. Ну, это просто люди, трусы, которым нечего сказать народу. Вот и все. Ведь политическая борьба проходит по определенным законам. Любые политические процессы развиваются по законам, свойственным только этой политической кампании. И об этом все знают.